Одним из самых зажигательных и креативных соревнований в воронежской молодежной среде по праву считается конкурс красоты и творчества «Мистер и мисс воронежских студенческих отрядов». В этом году финалистами стали 8 пар, представлявших элиту воронежских вузов. Лучшую пару определяли по итогам 3 конкурсов. С самого начала лидерство захватил дуэт под номером 8 – Валерия Иванова и Алексей Авдеев, представлявшие Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, победившие в интеллектуальном конкурсе. Они единственные набрали максимальную сумму – 10 баллов. Во втором конкурсе ребята должны были проявить КВНовские навыки, чтобы достойно прорекламировать предмет, доставшийся им при жеребьевке. А завершался конкурс домашним заданием на тему кино. И это символично, потому что 2016 год объявлен в России годом кино. Организаторы оказались молодцами, придумали много номинаций, и все участники оказались победителями. Например, в номинации «Мистер мужество» бесспорную победу одержал Владислав Бондарев из Воронежского государственного технического университета. «Мисс добротой» признали Дарью Кулакову, представлявшую Воронежский государственный университет инженерных технологий. «Мисс изысканность» стала Екатерина Гребенникова из Воронежского государственного педагогического университета. Номинацию «Мистер обаяния» выиграл Евгений Латынин из студотряда «Лидер времени». Никто не удивился, что в номинации «Мистер позитив» победил Алексей Авдеев из ВГСУ. Он и его очаровательная партнерша Валерия Иванова, выигравшая номинацию «Мисс конгениальность», стали главными виновниками торжества. Победителями конкурса красоты и творчества «Мистер и мисс» Воронежских студенческих отрядов 2016 года стала пара номер 8. Это пока просто очень сложно воспринять, понять, потому что это произошло буквально только что, и просто эмоции переполняют, и они очень... Я не могу перестать улыбаться. Да, мне даже сначала было немного грустно и весело одновременно, потому что все ребята достойны были стать мистером и мисс, и они наши друзья, и мы, не то чтобы прям были уверены в победе, но мы стремились к этому. Готовились на износ, учитывая то, что у нас есть и другие мероприятия. Мы выкладывались как могли, работали в своем университете полностью до закрытия, делали баннеры, делали подсветки и все такое, что помогло, в общем, декорации. Готовиться, в принципе, не так сложно. Сложнее выдохнуть, собраться и выйти, и показать людям, что мы приготовили, подготовили. Как-то достойно выступить и показать, на что способен Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Сегодня полный зал красивых и умных ребят и девчонок собрались здесь для того, чтобы выявить самых талантливых, самых умелых именно в парах среди студенческих отрядов. Это 8 вузов, которые представили каждый свою пару. И ребята соревнуются в таких позитивных вещах, как красота, интеллект, умение танцевать, умение нестандартно мыслить. И было бы замечательно, если бы эта аудитория мощная, которая сегодня показала свою энергетику, показала свой позитивный настрой, увеличивалась и прирастала с годами. И студенческие отряды сегодня над этим работают.
И ребят всех объединяют не только красота и желание быть лучшими, желание быть умными и красивыми, но и желание вместе трудиться этим летом. Поэтому классно то, что мы открыли нашу работу, подготовку к трудовому семестру именно этим мероприятием и показали весь тот позитив, все те радости, которые молодежь может найти в этом движении.